Друзья мои, вот интересная новость появилась, а именно то, что Александр Лукашенко на одной из своих встреч с белорусами заявил, что белорусский народ должен готовиться к тому, что он покинет президентский пост, так и хотел сказать, свой трон. Он сказал, что люди должны привыкать к этому, к этой мысли. И более того, он сказал, что он жалеет о том, что за 30 лет не была создана такая преемственность на этом посту. Вот как вы думаете, Лукашенко чувствует то, что его уже, так сказать, дни подходят к концу на этом посту президента? Или почему? Вот почему Лукашенко так заявил? Что он чувствует? Зачем он сказал такую фразу? Вы вдумайтесь, это ж слышать от президента такое, а тем более от президента, который уже на посту 30 лет, это не шуточная такая сенсационная новость. И вот эти люди, которые на встрече, они еще не совсем осознали то, что услышали. И вот если это все, так сказать, брать до кучи, а именно то, что появилась ранее информация, что Лукашенко себя хреново чувствует, и вот эти слова, то можно сделать вывод, что все-таки что-то есть. И когда уйдет этот Лукашенко с поста президента, я даже не знаю. А вот вы, как простые люди, вот предполагаете, когда он уйдет? В течение этого года, 24-го или в 2025-м? И интересно, что послужит причиной его ухода с поста президента? Болячка какая-то смертельная, еще какая-то хрень, переворот, смещение или смещение его с поста президента как не угодившему Российской Федерации. И самый главный вопрос. Вот эти все противники Лукашенко, которые хотят его выгнать с поста президента, интересно, они не пожалеют о том, что он ушел? Может ли на его место стать какой-то человек, который будет в сотню раз хуже этого Лукашенко и будет давить эту оппозицию еще больше, чем делал это Лукашенко? Вот напишите в комментариях, как вы думаете? Я думаю, что еще, может быть, даже этот народ, который против Лукашенко, еще, может быть, и пожалеет об этом. Я-то против Лукашенко, но я не знаю, к лучшему уход этот или к худшему. Тут, как говорится, бабка надвое гадала. До новых встреч, друзья. Вот напишите обязательно в комментариях, что вы думаете по поводу этого.